Привет, ребята! Ой, а что вы тут делаете? Мы пришли вместе с тобой учить алфавит. Угадай, в форме какой буквы мы тут улеглись? Кажется, в форме буквы М. Медвежата на букву М. А, точно! Ребята, сейчас я покажу вам, как нужно ее писать. Так. Палочка вниз. Затем вот так. И еще раз. И еще одна палочка вниз. Буква М. Согласная буква. Звук М. Корова мычит на букву М. Му. Царевна, мы такие голодные. У тебя нет чего-нибудь вкусненького на букву М? Нет, у меня ничего такого нет. Царевна, так давай слепим из пластилина медведям мед. Точно! Мед как раз на букву М, и его очень любят мишки. Так, чтобы слепить бочонок меда, мне понадобится красный пластилин и желтый, и ножичек для лепки. Начинаем! Должно быть очень вкусно. Вот, медвежата, держите, я слепила для вас мед. Спасибо, царевна. Сейчас будем пробовать. Друзья, надеюсь, вам понравилось учить с нами букву М. А теперь давайте споем про нее песенку. Муха в ухо, муха в пасть. Муха к мишке пристает, спать бедняге не дает. Это буква М, эй, муха, здесь в берлоге меда нет. Не жужжи медведю в ухо, мы не звали на обед. Мы не звали на обед. Почему не спишь, ответь? Мухи наш рычит медведь. Прожужжала вдруг она: боюсь я спать одна. Это буква М, эй, муха, здесь в берлоге меда нет. Не жужжи медведю в ухо, мы не звали на обед. Мы не звали на обед.